колледж морского транспорта Национального университета Одесская морская академия. Колледж – одно из старейших, наиболее престижных учебных заведений нашего города. Он самым тщательным образом хранит и воплощает в жизнь лучшие вековые морские традиции моряков Черноморского. Курсанты имеют уникальную возможность получать прекрасное образование и со временем стать настоящими моряками, я бы сказал, мэйфатом. Представляю, директор колледжа МКНТ, который возглавляет учебное заведение вот уже два десятилетия, профессор Анатолий Владимирович Апаев. Ветер подул, нос под волной, такой тихая, братва, ой.
там Певер вот скоро придет, там сахар, чай, ром принесет. Когда работы срок истечет, распрощаемся мы и в путь. Недели море, и вдруг напал на судно огромный кит, нарвал. Поклялся шкипер, крикнул, обрал, что возьмет кита на буксир. Шлюпку на воду едва спустили, матросы хвост кита зацепили, гарпуном спину ему пробили. Когда он нырнул в глубину, трос не отрезан, кит не убежал. Пусть шкипер жадными не бывал, но веру Беллермана внушал. И кит судно взял на буксир. Ни 40 и больше плыл моряк. Трос пробился снова в натяг. 4 шлюпки разбить не пустяк, но кит продолжал свой путь. Бой продолжается, как я слыхал, трос не отрезан, кит не сбежал. Беллерман вновь довести без помех, подбодрить матроса, шкипера, всех. К нам Беллерман скоро придет, нам сахар, чай, ром принесет, когда работы срок истечет. Распрощаемся мы и в путь. Ребята, прошу вас. Thank you.